центре Санчес и Иньеста. С мячом Неймар. Пас, и вот он! Первый гол! Прекрасно разыграли. Алексис Санчес на 68-й минуте забивает ворота Эспаньола. Здесь уже без шансов для Кико Касильи. Прошла передача у Неймара. И Барселона своего все-таки добивается. Первый гол сегодня и 7-й гол в этом розыгрыше Ла Лиги. Алексис Санчес доказывает, что он находится в превосходной форме. Второй бомбардир команды. На данный момент Санчес. 8 голов у Месси, 7 у Санчеса. Положение вне игры, ну, судя по всему, не было. Опять повтор, который нам не позволяет утверждать это наверняка. Но какой пас сейчас сделал Неймар. Вот оцените мастерство этого игрока. 3 человека рядом с ним.